все футболисты, воспитанники Львовщины, воспитанники местных тренеров. И поэтому начальнику команды Михаилу Павловичу Кусиню, старшему тренеру команды Иштину Йозефовичу Секичу, было значительно легче комплектовать коллектив, готовить ансамбль игроков, легче, чем их коллегам из других клубов. Не так ли? Я с вами, конечно, согласен. В этом, безусловно, большая заслуга не только нас, тренеров команды, но и всего города, всей области. Во многих матчах приходилось выступать без игроков сборных команд, и тем не менее все-таки выступили успешно. Конечно, когда в команде столько игроков, членов сборных команд, это дополнительные трудности, но это приятные трудности. Это большая честь, и мы очень рады за этих ребят. Но я хотел бы наряду с такими игроками, как Юрчишин, член национальной сборной, Родин, член олимпийской сборной, в молодежной это Баль, Суслопаров и Думанский. Два игрока, которые выступают за юношескую сборную Советского Союза, Паламар и Дикий. Я хотел бы все-таки отметить и других футболистов. Вратаря Алексея Швайницкого, который очень ровно провел весь сезон и является одним из главных виновников нашего удачного выступления. Особо хотел бы отметить капитана и вице-капитана Льва Барварского и Юрия Дубровного. Эти футболисты, которые действительно внесли основную лепту в нашу.